мы добрались до Макдональдса. Ну так, понемножечку. По чизбургеру и картошечку фри. Сейчас пожрем. Я стойку, правда, забыл. Будем жрать на весь суп. Но пожрать это надо обязательно. Ну, на бошку мое внимание обращайте. Это шапка. Вон мое тут чудо сидит, чудное, диво дивное, да? Вик, ты где? Доча, какая ты у меня красивая. Самый-самый. У меня девчонки самые красивые. Еще Янки не хватает. Ну, Янка никуда с нами не хочет ездить, поэтому... Поэтому наказана. Кого? Нет, а что тебе? Ну, чё ж. Дом, ой. Меня ждет огромный и нас, и вас. У Ани распаковка огромная, у меня огромная, а еще, а у Ани еще больше. Так что ждите, ждите, следите за нашим видео. Мы на автозаводе. Никаких QR-кодов, да, они без QR-кода пускают. На московском вокзале пускают с QR-кодом. Там прям охранник стоит. А здесь тихо, спокойно. Хотя мы привитые практически. С одной прививкой. Ну, мы заказали только чизбургер и картошку. Фри. Фри. Все-таки самый вкусный чизбургер в Макдональдсе, да? Вот и девочка. И картошечка только заготовлена. А мне с сыром. Сейчас с сыром? Огурчики хочу. Да. В общем, мы кушаем. Все, всех люблю. Обняла. Пока-пока. Максим, Наташа. Смотрите.